Найди скин и получи его в Stand Off 2. Но сегодня в ролике принимать участие будут подписчики, которых я, кстати, взял из своего телеграма, на который вы можете подписаться. Вы спросите, в чем же суть сегодняшнего ролика? Я буду прятать дорогие скины на карте. И задача подписчиков — найти этот скин. Если подписчик сегодня находит скин, то он забирает его себе в инвентарь. Но также из интересного, что с каждым раундом скинчики будут дорожать. И таким темпом, какой же скин будет в конце? Узнаете это по ходу видео ролика. Ну а вам я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Надеюсь, что вы влепите лайкосик, потому что видосик получился затратным, интересным. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра, приятного аппетита. Погнали к видеоролику. Ну что ж, братва, в общем-то, мы уже находимся в лобби. У нас здесь первый подписчик — это Nightwork, второй подписчик — это Муся, это девочка, и третий подписчик — это у нас Скайчик. Правда, он навряд ли подписчик. Здорово, братва! В общем-то, вы уже знаете правила. Сегодня вы будете искать скины на Snowstone. Это первая карта, первый раунд. И если вы будете находить скины, вы будете забирать их себе на аккаунт. Правда, я смотрю, у вас тут у всех уже есть какие-то ножи и так далее. Скачка, убиваем. Подожди, короче, а ты что, охренел вообще? Правильно, правильно, Скач. Какой у вас вообще настрой на эту битву? Сколько скинов вы планируете найти? Ты вообще мог мне дать нормальных соперников? Вот так вот такие вообще. Да помолчи. Все, короче, найду. Окей. В общем-то, настрой очень интересный. Я тогда, получается, мучаюсь в Дискорде и пойду, получается, искать свой первый... Точнее, прятать первый скинчик, а вы должны будете его искать. Так, короче, братва, я рехостнул лобби, потому что запустил на 3 минуты. В общем-то, подписчики уже, получается, стоят в зоне ожидания, а я пошел прятать первый скинчик и мутиться в Дискорде. Так, все, братва, я замутился. На первый раунд я решил взять вот такой вот скинчик, не особо дорогой. Это просто М40 Quake. Все-таки первый раунд. Мне показалось, или кто-то выбежал? А, не, они все на месте стоят, нормально. Короче, это такой недорогой скинчик М40 Quake, но зато на нем 4 Хэллоуин наклейки Бума и... Кто помнит, напишите в комментариях, в каком видосе я купил, и напишите за сколько. Хотя я могу вам проспойлерить, этот скин был приобретен за целых 4000 голды, поэтому он довольно дорогой. Я хочу его как-то спрятать, ну знаете, интересненько, чтобы они его не нашли. Давайте, может быть, сюда. Блин, М40 так-то тяжело спрятать, она же огромнейшая. О, короче... Да, вы можете сказать, что нычка довольно легенькая, но посмотрите, как она запрятана. Я думаю, что что-то в этой нычечке есть, и для первого раунда вполне легенький раунд, но зато здесь М40 Quake в статреке с 4 наклейками Boom. Это просто, не знаю, какой-то подарок для трейдера. Очень прикольный скинчик, который я покупал за 4000 голды. О, вот и они. Так, все, погнали, я к ним включусь. Ну что, браточки, готовы ли вы искать скинчик? Я как раз уже в наблюдателях. Имеется готовность? Лесгира, конечно, конечно. Смотрите, я надеюсь, вы все отключили интерфейс, потому что вы уже, в принципе, можете идти искать. Так, я смотрю, получается, за Мусей. Муся бежит в домик. Nightwork бежит, получается, на фонтан. А Скайчик у нас бежит в апартаменты. Муся осматривает, прямо осматривает буклет. Так, Nightwork осматривает апартаменты. Первый скинчик уже найден. Так быстро. Стоп, неужели это настолько плохая нычка? Ну, там, смотри, там было видно. Смотри, смотри, я сейчас зайду. Иди за мной. Смотри, тут было видно, через дверь вот эту вот стояла, дуло видно. А, блин. Слушай, ну... Фигня. Ребят, ну, поздравляю Nightwork с первым скинчиком. Это М40 статрейки Quake с 4, получается, наклейками Бума. Что вы скажете, Муся, со Скайчиком? Ему повезло просто, да? Да, он, да, ему просто повезло. Ему просто повезло. Он бачит просто. Что сказать? Ему просто повезло. Ладно, пускай буду лаки, это лучше, чем мне. Просто скины будут моими. Окей, тогда погнали отдавать скинчик Nightwork'у, и потом переместимся во второй раунд, где уже скинчик будет подороже и нычка посложнее и поинтереснее. Ну что ж, братва, Nightwork у нас, получается, победил в первом раунде, я уже нахожусь на его аккаунте. Смотри, я тебя поздравляю с победой, ты, получается, первый скинчик у нас забираешь. Yes. Это М40 Quake. Давай я даже закажу, знаешь, притык, чтобы... Да, фигня. Давай. А ты можешь несколько штук. Создать. Бамс, все. Сюда. Nightwork у Данька Пальмы забрал за 1 голду. Вот, в общем-то, скинчик у тебя уже на аккаунте. Смотрю, у тебя тут наклейки, ты, видимо, трейдишь, поэтому этот скинчик тебе будет только кстати. Все, погнали. Следующий раунд, прятать следующий скинчик. Ну что ж, братва, второй раунд. Пока что вам я не буду показывать, какой скинчик я буду прятать в этом раунде. Сохраню интригу. Все, я, в общем-то, побежал прятать. Стойте тут, не выбегайте с базы. Особенно ты, Скачек, а то чувствую, ты как будто можешь этим промышлять. Давай второй отсюда, давай. Да он вообще крыса, боже. Ладно, в общем, я пошел прятать скинчик.
Все, я погнал. Все, братва, короче, я замутился. Вот такой вот скинчик я подготовил на второй раунд. Пока что тоже недорогой скинчик, но это G22 Frostwyrm с четырьмя наклейками медведей. На самом деле, очень ценный для меня скинчик, который я покупал в охоте за наклейками в какой-то там из рубрик. И обошелся он мне в кругленькую сумму. Кто помнит, напишите в комментариях, если есть такие зрители, которые прям шарят за это. Ну, а я его хочу где-нибудь сейчас запрятать очень грамотно, уже не как в тот раз. И есть у меня одна нычка в теории, смотрите. Короче, разрабы пофиксили нычку! Раньше, когда ты закидываешь сюда скин, он проваливался, они пофиксили. Разработчики, вы смотрите видосики с нычками? Ха-ха! А зачем вы их фиксите? Не, ну, я понимаю, там какие-то баги фиксили, но не нычки же, вы это что, тоже пофиксили? Они эту нычку пофиксили, смотрите, теперь сюда не запрячешь скин, фак. Ребята, посмотрите, куда по итогу я запрятал этот глок. Его видно только с интерфейсом. А интерфейса у них нет, они не смогут его найти очень быстро. Я считаю, нычечка очень прикольная, интересная. Чисто сюда запрятал. Хорошо, что хотя бы ее пока не пофиксили. Ну-ка, пойду к ребятам. И, наверное, будем стартовать уже, получается, следующий раунд. Ну что, браточки, готовы ли вы к следующему интереснейшему раунду? Давай. Ну тогда вы можете выдвигаться, искать скинчик, а я буду смотреть за вами с наблюдателей. Так, Скайчик у нас побежал в этот раз на Б-плент. Осматривает дом прям так. И Найтворк тоже побежал на Б-плент. Вы что, погодите, вы думали, что я себя в прошлом раунде на А прятал, в этом раунде я на Б запрячу, да? Да, 100%. Я знаю, где. Блин. Ладно. Так, Муси в этот раз решила осматривать апарты. Смотрит окошечко, смотрит второй вход. Интересно, интересно. Так, Найтворк же осматривает, получается, Б-план. Скайчонок осматривает темку, ищет ящики. А, хорошо, что я не спрятал в этой личке. Да блин! А может спрятал, может я тебя сбиваю с темпа. То есть, ну... Да нет, ты не спрятал, там пескунка не торчит, туда я вижу. Хорошо, кого ты не учишь, осматривает прям... О, слушайте, ребята, нычка-то, походу, удачная. На первых таймингах, братва, ее не нашла. И скинчик такой еще интересный. Так, хорошо, вы уже, получается, все сдвигаетесь куда-то к апленту, кроме Скайчик. Он решил осматривать мид. Интересно. Ладно, ребята, вы меня не учите, я все знаю. Так, Найтворк, получается, идет на балкончик. Интересно. Интерес. Он подобрал второй скин! Что? Он не нашел его! Он у него просто подобрался! Это ГГ! Это ГГ! Найтворк просто второй скин нашел. Ну, я не знаю, это скиллушечка. Видимо, у тебя есть скилл в поиске скинов. Кстати, как тебе скинчик? Я его спрятал. Нет, смотри, видишь этот? А, видишь, вот он там, да, ты подошел и подобрал. А видишь, что, посмотри, кстати, как тебе скинчик? Ну, кайфовый, кайфик с медведями, сюда, спотрайк бы, конечно. Все, погнали передавать тебе тогда скинчик. Блин, ты два скина нашел, оставь другой братве. Ладно, удачи другой братве, и погнали, получается, передадим скинчик, и потом переместимся в третий раунд. Ребята, во втором раунде у нас тоже, на удивление, победил Найтворк, и забирает он. Во втором раунде G22 Frostwyrm с довольно интересными наклеечками. То есть до этого у нас был с стикерами Boom. Слушай, ну я тебя поздравляю, на самом деле это довольно крутой глок. Типа не смотрите, ребят, на его стоимость, все-таки это же довольно трейдерский скин, он с наклеечками. Вот он, глочок у тебя на аккаунте. Я тебя с этим поздравляю, ты победил во втором раунде. Дальше скинчики будут только дорожать, поэтому не сбавляй темпик, а мы перемещаемся в следующий раунд. Браточек, возможно, ты сейчас смотришь этот ролик и думаешь, откуда же у меня столько голды, братанчик. Я поднял ее до джиджишки. Только там, воспользовавшись вот этим вот промокодиком, ты сможешь открыть бесплатный сундучок граффити и забрать оттуда скинчик на халяву. Это еще не все. Вот этот вот промокодик даст тебе приятный бонус к сумме твоего пополнения. Ты сможешь пооткрывать побольше сундучков на халяву. Ну и помимо этого, за каждое свое пополнение ты будешь получать яйца дракона, которые потом сможешь открыть, получить какой-то скинчик и тоже вывести его в стендовчик. В общем-то, если ты хочешь где-то испытать свою удачу и пооткрывать кейсики, то залетай на джишечку. Ссылочка будет в закрепленном комментарии, а я залетаю в видеоролик, поэтому приятного вам просмотра, приятного аппетита. Соус карри. Погнали в ролик. Ну что, братва, готовы ли вы к следующему раунду? Да. Не слышу. Нет. Нет. Влад опять берет. Давай. Нет, на самом деле в этом раунде скинчик будет очень интересным, поэтому хочу пожелать всем удачи. А я пошел прятать скинчик. Все, братва, я побежал прятать скинчик, я его сюда вот скинул. И в этом раунде
Я им всем дропнул пистолеты, чтобы они случайно не подобрали вот такой вот замечательный P-350 Forest Spirit. Просто посмотрите, как он обклеен. Это 4 зомбаря, которые задают просто невероятную ценность этому скину. И то есть за этот скин реально переплатят за эти наклейки. Он очень редкий. Наклейки Хэллоуин очень старые, мне самому нравится. Правда, он чуть пролагивает, почему на нем наклейки лагают. Но скинчик такой вполне можно продать за 2-2,5 тысячи голды сейчас на рынке. И мы погнали его куда-то прятать. Есть у меня здесь одна нычечка, которую я использовал в какой-то прятке, там, с Рикардочем, когда мы играли. Наверное, они про нее не шарят. Смотрите, вот такая вот нычка. То есть она очень подлая на самом-то деле. Просто, смотрите, он спрятан за досочкой. Но я думаю, самое время, чтобы использовать эту нычку. И еще хочу сказать, что это последний раунд на Sandstone. То есть дальше мы переместимся на другую карту. Все, пойду к ребятам. Ну что, братва, готовы ли вы к поиску? Окей. Погнали. Тогда приступаем. Я запрятал. Окей, все в этом раунде бегут куда-то в сторону Б. О, Nightwork сразу зачекал. Не знаю, что зачекал. Так, да, мидл. Скачонок у нас бежит, осматривает Тёмку, а Муся у нас осматривает ящики на Б-пленту. Хорошо, как я понял, сыщики сейчас разыскивают Б-плент, осматривают его полностью. Интересненько, интересненько, кто же в этом раунде заберет скин? Наверное, кто-то из вас очень близко к скину. Ну, по крайней мере, уже отбежал. Ладно, можно ли это считать за подсказочку? Не знаю. Смотрю за Найтворком. Найтворк осматривает у нас Б-плент. Скайчик у нас балкончик решил осмотреть. И кто-то из вас, хочу сказать так, снова близко к скинчику. Но кто, говорить не буду. Что? Муся нашла скин! Ну, блин, Он был на фонтане. В итоге, получается, третий скинчик, который у нас был на Sandstone, нашла Муся. Поздравляю. В общем-то, что хочу сказать. Погнали тогда, отдадим тебе скинчик. И это был последний раунд на Sandstone. То есть мы перемещаемся на другую карту, потому что, я не знаю, у меня закончились нычки на этой карте. Поэтому переместимся на следующую. Ребята, мы сейчас находимся на аккаунте Муси. Это девочка. И она застеснялась включать веб-камеру. Кстати, привет, Муся. Приветики. Ну ладно, ничего страшного. Короче, ты, получается, в первом раунде выиграла у нас P350 Forest Spirit, но не простой, а с очень такими интересными и прикольными наклейками. С чем я тебя поздравляю, поэтому давай я его сразу закажу, наверное. Оп, оп, оп. И сливаю. Все, у тебя плюс новый P350. Надеюсь, будешь его... Как его, кстати, осмотреть? А вот. Надеюсь, будешь с ним бегать, сохранишь, потому что скинчик прикольный. Ну, а мы погнали тогда в следующий раунд прятать следующий скинчик. Let's go. Ну что ж, братва, уже 4-й раунд. Мы поменяли карту на зона 7-ю. Братва, готовы ли вы к следующему раунду? Да, да. Я готов, я хочу хоть один скин найти уже сегодня. Кстати, возьмите глочки на всякий случай, ну мало ли, чтобы не подобрать случайный, а то хочется, чтобы вы прям искали нычку. Ладно, могу пожелать вам удачи, а я пошел прятать скинчик. Ха-ха-ха-ха. Так, все, братва, в общем-то, я бегу прятать скинчик. Я для этого раунда хочу запрятать Tech9 Necromancer. Вот такой вот с наклейкой из новогодней коллекции и с наклейкой... Ну, короче, просто такой Tech9 Necromancer. Он сам по себе стоит 1002 голды. Я думаю, это неплохой скинчик для 4-го раунда. Короче, ребят, я рехостнул лобби, потому что в прошлом лобби я забыл поставить таймер на 10 секунд. И поэтому только сейчас я иду прятать скинчик. И на самом-то деле, я думаю, возможно, запрятать его где-нибудь вот тут вот. Кстати, вполне неплохая нычка, такая на внимательность. Не думаю, что почему-то кто-то здесь будет искать. Окей, давайте возвращаемся тогда к братве. Закидываем глоки, чтобы у них был пистол в руках. Все. Ну что, братва, готовы ли вы к... новому раунду? Да. Все, можем? Ну, пофигу. Да, вы можете идти искать, я уже смотрю за вами. Так, у нас получается... А, вы все решили осмотреть Б-плент? Уроды, все мои нычки, которые я хотел, прочекали уже. Вы реально решили Б-плент? Ну да. Окей. Че вы все на Б-плент? Удивительно, что вы все пошли на Б... Так, ладно, Nightwork у нас получается... Блин, я, кстати, не знаю позиции на зоне вообще. И вообще, я впервые запустился на нее в осветленном виде. Интересно. Я нашла. Да, Тех-9. Реально так быстро? Погоди, ты рофлишь. А как? Я даже не успел это запечатлить. Серьезно, напасть? Капец. Походу, братва, я не умею прятать скины. Ну ладно, Муся
нашла скинчик, поэтому поздравляем и идем ей его отдавать. Ну что ж, в этом раунде у нас приз был Techline Necromancer. Поздравляю тебя с находочкой, Муся. Смотри, ты можешь взять себе этот скинчик, либо взять вместо него 2000 голды. Но поскольку у тебя нет голды на закуп, давай, наверное, я тебе все-таки голду закину. Что думаешь? Давай. Окей, тогда думаю, сейчас какой-то... Думаю, голда нужнее. Окей. Так, братва, в общем-то, я долистал скинчик, жму кнопочку «Купить», все. Поздравляю тебя, плюс 2000 голды на балансе. Давай, наверное, обратно закажу этот 50, там все-таки наклейки. Так, давай, оп, оп. Заказать, бамс, бамс. Все, скинчик обратно у тебя. Поздравляю тебя с находкой и, получается, переходим в следующий раунд. Братва, пятый раунд. И я уже подготовил скинчик один интересный, забавный. Слушайте, ну, у нас, получается, Муся нашла два скинчика. Нетворк два скинчика. Скайчик, тебе надо догонять братву. Не надо ему, не надо. Ему не надо ему. Ему вот просто забей на него. Зачем так видишь, скайчика? Он сзади стоит, его не надо. Ладно, короче, я погнал прятать скин. Желаю вам всем удачи в поисках. Все, братва, в общем-то, я не знаю, каким образом они находят скины так быстро. Видимо, я и вправду не умею прятать. В этом раунде я хочу запрятать FNFAL Phoenix Ryzen. Скинчик довольно дорогой, и плюсом хочу сказать, что он довольно огромный, поэтому найти его будет довольно несложно. Но кто знает, может быть, я сейчас найду какую-то баганычку, куда я его спрячу. Короче, ребята, на самом деле я не смог разобраться, куда можно запрятать такую большую махину в виде FNFAL'а, и я решил его спрятать просто здесь. Но мне интересно, что и как вообще будут искать ребята, поэтому я прибегу к ним. Не, я убегу лучше отсюда. Потому что они подумают, что я... Опять убегу, чтобы они не понимали, куда им бежать, я это делаю, поняли? Ну, типа, чуть-чуть хочу запутать. Все, погнали. О, ну что, братва, я запрятал скинчик. Погнали. Готовы ли вы к поискам? Да. Ну все, тогда идите искать. А, вы... Почему вы все пошли именно оттуда? Скач, иди отсюда, это мой скин. Не, ну я надеюсь, что в этом раунде у Скачка получится найти скинчик. Это мой скин, я тебе его не отдам. Так, Скачек у нас, получается, осматривает Бэпленд. Муся и Найтворк находятся около Апленда. Найтворк осматривает машину на меду. Так, интересно, интересно. Интересно, кто же из вас сейчас ближе всех к скину? Надо сейчас просчитать логически. Значит, мы все далеко сюда. Так, интересно. Я ничего не буду говорить, я просто смотрю. Я просто смотрю так за вами. Так, интересно. Ты так сказал, когда я тут пропрыгал. Скайчик в интересный позишн. Скайчик, не надо. Ах ты, где скайчик? Нашел! Что? Фак, я искренне хотел запутать, чтоб ты ушел с вида. Погоди, Скайчик, как ты даже такой скин не находишь? ГГшка. Скайчик, что ты скажешь? Дэдшот. Скайчик, иди на мидл. Скайчик, иди на мидл. Иди сюда, мой зайка. Не, братва, ну не надо его троллить. Ну что, там в тильте? Все, он просто в тильте. Блин. Скайчик, ну ты найдешь скин 100%. Плюс еще дальше скины будут дороже. В этом раунде тебе просто не фартануло. Блин, это тильт. Братва, Найтворк вновь победил, вновь он забрал раунд, братанчик. Ну, да, я тебя поздравляю. Смотри, получается, да, FNFAL-чик. Заходим, FNFAL. У нас сейчас стоит 2900 голды. Это нифига себе. Смотри, у тебя, по сути, нет голды на закуп. Я могу тебе предложить вместо этого FNFAL-а просто эквивалент голды. Как тебе? Да. Давай. 2900 голды. Окей, тогда сейчас мы это все намутим, и я включусь к вам снова. Ну что ж, братва, в общем-то, передаю скинчик. Нажимаю кнопочку «Подтвердить». Бамс! 2900 голды. Залетает, то есть эквивалентно тому FNFAL'у. Можешь потратить как хочешь на какой-то другой, допустим, скинчик. А мы погнали в следующий раунд. Желаю тебе удачи. Надеюсь, что это не последний скинчик, который ты сегодня найдешь. Let's go. Ну что ж, братва, шестой раунд. Я надеюсь, что вы готовы к плотному сражению. Найтворк уже залутал сегодня нехилое количество скинчиков. Муся чуть-чуть отстает. Скайчик, брат, тебе надо искать, стараться. Брат. Надеюсь, конечно, тебе повезет в этом раунде. Я искренне в этом надеюсь. Ладно, я пошел прятать. Все, я просто пошел прятать. Блин, капец, ребята, скайчику не везет, и он просто не может найти скинчик. Блин, даже немножечко его жалко. В этом раунде я буду прятать вот такую М4 Санс в статреке. Довольно красивый и дорогой скинчик, вправду, статрековская аркана. Ох, как будто плюс 5. Давайте, ребята, вот тут немножко пошумим.
чтобы они подумали, что я тут что-то прячу. Вот так вот немножечко их побайте, поняли? Чтобы они не сразу обнаружили, куда я прячу. Ну что, братва, готовы ли вы к следующему раунду? Только пока не бегите. Готовы. Окей, тогда я переключаюсь на наблюдателя. А, он побежал, Вадим побежал! Ну все, может идти? Да боже. А кто побежал? Стоп. А, там двое побежали, я ждал один. Окей, Скайчик, у нас бежит на Апленд вместе с Найтворком. Муся выбрала Б-Пленд. Интересно, кто из вас будет правильнее? Я нашла. Серьёзно? Да ты рофлишь? Почему так быстро? Я так... Тихо. Ребята, вот этот тильт и разочарование, Скайчик. Мне искренне жаль тебя. Ладно, погнали тогда давать скин Мусе. Блин, как вы это делаете? Как так быстро? Капец, Муся, поздравляю, ты, получается, еще один скинчик выиграла. Это уже твой третий скин за сегодня. И это М4 Сансен, на которую, кстати, нам слегонца не хватает. Ну ничего, сейчас это исправим и тогда передадим ее на аккаунт. Так, братва, голдишечку я докинул, получается, я жму кнопочку 2950. Заказать. Так, и сразу же сливаю. Все, в общем, жму заказать, создать. Бам, за одну голду плюс эмочка Sunset в инвентаре. Довольно, кстати, прикольный такой скинчик. Уху, поздравляю. И летим в следующий раунд. Интересно, какие скинчики я подготовил для следующего раунда. Ну что ж, братва, новая карта, новый раунд, новые скинчики. Смотрите, я вам сейчас всем дропну глоки. Ну это чтобы вы, так сказать, не подобрали случайно скинчик, который я буду прятать. Скинчики сейчас будут дороже, интереснее. Я пошел прятать, желаю вам удачи, я побежал. Короче, братва, новые раунды, скинчики дороже. Мы на Сакуре, вот такой вот use Stone Cold в статреке я подготовил. Фух, ребят, надеюсь, что вам это дело понравится. Братва, я решил выбрать на самом-то деле довольно примитивную нычку, но издали незаметно, только если ты целенаправленно сюда бежишь. Я думаю, это такая довольно легенькая нычка на самом-то деле. Для первого раунда самое-самое то. Поэтому бежим к братва, к братве на базу. Просто смотрите, сколько тут еще есть различных нычек, куда можно запрятать. И мы все это дело будем реализовывать. Ну что, братва, готовы ли вы к поискам скинчиков? Погнали. Ну все тогда, 1, 2, 3, все, можете идти искать. Погнали. Скинчики, я готов наблюдать. Так, я в этот раз буду целенаправленно следить за Скайчиком, мне интересно. Скайчик, что ты делаешь на базе? Иди искать скинчик, давай. О, да, наконец-то! А. Да. Я дурачок. Это он? Я забыл включить... Я забыл включить наблюдателя! Ты издеваешься? Короче, сначала Найтворк прибежал на базу, осмотрел базу, не нашел там юспика, потом прибежал Скайчик и нашел. Блин, я запорол запись, я просто стоял, комментировал. Ну, Скайчик, я считаю, честно, нашел здесь скинчик, абсолютно честно. Типа, хоть я и запорол, скинчик реально нашел, я его поздравляю, нашел самый дорогой скинчик пока что из всех. Скайчик, ну ты отыгрался! Отыгрался, красавчик, погнали. Передадим тогда тебе скинчик и включимся уже в следующем раунде. Скачек, я тебя поздравляю, хоть у нас с тобой много историй. Я тебя поздравляю, ты выиграл Houston Cold в статреке. Слушай, Скайчик, Мари, у меня к тебе предложение. Ты можешь взять Houston Cold в статреке, можешь взять голду. Что выберешь? Давай голду, я хочу голду, Мэнчик. Мари, там были аркана наклейки, поэтому я накину, наверное, чуть больше к стоимости, потому что его можно было продать дороже. Короче, ребята, сейчас я тогда выставлю скинчик и закину голду Скайчику. Все, голда Скайчику пришла. Скайчик, что ты себе будешь делать? Расскажи, братве. Я... Ты что, психа, я сейчас обратно у тебя заберу. Не на аккаунт. Так, ладно, ну я тебя поздравляю, ты выиграл. Погнали тогда прятать следующий скинчик и погнали в следующий раунд. Ну что ж, новый раунд. Блин, ребята, обещаю, больше не запорю запись. Я не знаю, это так тупо. Там был еще самое главное, самый интересный раунд за весь видос. То есть там кто-то не заметил. О, мне так обидно. Ладно, больше такого не повторится. Все, я пошел прятать скинчик. Пожелайте мне удачи и вам тоже удачи в поисках. Я погнал. Да, блин, ребята, я запорол такую интересную запись. Надеюсь. А, ладно, ничего страшного. Че, тильтовать? Погнали, лучше запрячем скинчик в эту новую интересную нычку. И, кстати, скинчик непростой. Это вот такой вот дигл с 4 арканами, очень дорогими. Надеюсь, что этот дигл попадет в крутые руки самому достойному из всех ребят. Поэтому давайте сейчас я запрячу его. Я, наверное, запрячу его... Не буду... Хотя... Да, я, наверное, не буду прячь какую-то прям, знаете, супер жесткую нычку. Хотя, стойте, не. Хочется куда-то, конечно, в жесткую нычку запрятать. Короче, ребята, вы, наверное, скажете, что я
делаю какую-то дичь. Но я подумал, навряд ли кто-то из них пойдет сейчас искать ту же самую нычку. То есть, ну, глупо спрятать в одном и том же месте. То есть, изначально это будет очень глупый мув взять и спрятать в той же нычке. Но в этот раз я не буду прятать тут, и я запрячу вот тут вот. Они будут просто там искать, это тупо. Из-за этого это будет интересно. Им четвертую. Алло, братва, браточечка. Алло. Алло. Что, как у вас настрой на этот раунд? А его, давай, погоди. Я надеюсь, я найду один скинчик. Ой, мне нравится, как скачек зарядился после того, как первый скин нашел. Все, желаю удачи. На он поиске. Не найдет. О, как же мне нравится нычка, в которой я спрятал. Вы не найдете там скиле, я вам серьезно говорю. Но если вы найдете, у меня к вам будут, конечно, вопросы. Я вроде все пробежал, кстати. А будут подсказки? Кстати, реально. Я дам подсказку на первой минуте. Не знаю, будет ли это подсказка для кого-то, но кто-то охлаждается от скинчика, так скажем. Сейчас вспоминать карту. Ой-ой-ой, кто-то стало очень тепло. Ты чё, угорает? Ты чё, угораешь? Где? Я его спрятал в той же нычке. Я подумал, что никто просто не поймёт туда. Я был там! Стоп, подожди, я был там! Я прошел. Я самый первый, куда пошел туда. Блин, скачек, поздравляю. С Диглом. И получается, погнали тебе его передавать. Ребята, скайчик в этом раунде выиграл дигл. Мы уже поставили запросик. Сейчас будем ему сливать этот дигл. Где только он, я его найти не могу. Фак. Все, я слил, найс. Ну все, скайчик, я тебя поздравляю с новым диглом. Капец, у тебя инвентарь, скайчик. Откуда? Ты что, наскамил? Да нет, ты что, рохнешь, это все после покачки. Я не скажу. Ну, понимаешь, я этот дигл обменял на М9. Нет, он может быть. Ты что, делай, стоп, я заказываю. Я заказываю, подожди. Да ладно, ладно, ребята, все. Скайчик, поздравляю тебя с победой в раунде. И мы, получается, перемещаемся в последний раунд. Но какой же там будет скинчик, вы узнаете чуточку позже. Let's go. Ну что, братва, вы готовы к следующему раунду? Или же я еще нет? Я в теле. А ты, Муся? Конечно, я в теле. А ты, скайчик? Я готов. Окей, все, я погнал прятать скинчик. Ребята, последний раунд. Вы, наверное, думаете, какой же я скинчик заготовил на последний раунд? Вот такой вот, АКР Скула. Просто чекируйте. По мне, так очень прикольный скин. Довольно, конечно, не такой дорогой, как предыдущий дигл, но из плюсов могу сказать, что здесь тоже 4 арканы, плюс он в статреке. Короче, прикольный скинчик такой для заключительного раунда. Наверное, надо спрятать его в какой-то не супер тяжелой нычке, как будто бы. А то что-то в прошлом раунде они так долго искали мой дигл. Где-то вот тут вот, наверное. Есть шанс, что они его просто пробегут, поэтому... Короче, запрячу именно здесь. Ну что, готовы ли вы к поиску последнего скинчика за сегодня? Конечно. Погнали. Окей, тогда удачи вам. Всем можете искать. Так, скажи, что ты не на том же месте. Не, я не буду третий раз на том же месте. Ну, типа, слишком глупо. Ну. Угу. Не, ну, вы можете, конечно, проверить, но вы потеряете время. Мы уже поняли, как насколько глупо. У меня пока что есть фаворит на этот раунд. Мне кажется, что именно этот человек найдет скин, поэтому я буду следить за ним. Удивительно. Даже так бывает. Капец. Угу. Ладно, скажу так. Кто-то пробежал скин. Но. Просто да, пробежал. Боже. Типа, я не знаю, как она висит. Ну, просто вот решил, ладно, пофиг на скин. У меня сегодня пробежечка. Дам спринтика. Чука, да. И кто-то вернулся и нашел его. Ну, с чем я тебя, получается, и поздравляю. Офигеть. Ну что ж, получается, Муся нашла у нас АКР Скула в статреке с 4 арканочками. Это был последний скинчик. И получается, Муся за сегодня нашла больше всех скинчиков. В общем-то, поздравляю тебя. И погнали тогда отдавать скинчик. Это был финальный раунд. Let's go на рынок. Ну что ж, Муся, поздравляю. Ты, получается, нашла последний скинчик. Это АКР Скула. Наверное, его стоило, ребята, поместить в 8 раунд. Все-таки он подешевле того дигла будет. Но в 9 раунде он тоже довольно прикольный. Поэтому я его сразу заказываю. Бамс. Бамс создаю. И вот такой вот калашик у тебя получается на базе. Довольно приколдесный. На него, кстати, подходят эти стикеры, как мне кажется. В общем-то, да. Ну, в общем-то, да. Ребята, на такой приятной ноте мы завершаем этот видеоролик. Всех ребят
В этот видеоролик я взял из его телеграма, можете туда подписаться, а также тыкайте на ролики, которые появились у вас на экране. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, до новых волнующих встреч. Наверное, прикольный видосик вышел. Всем пока.